Студенты Российской международной академии туризма 27 сентября отметили свой профессиональный праздник. В этот день состоялось торжественное открытие многофункциональной спортивной площадки. Идея создания территории для занятия физической культуры появилась у руководства учебного заведения 3 месяца назад. И вот результат – новый спортивный комплекс. Строили мы все это на деньги, которые дети платили за обучение. Где-то ужались, где-то отжались, но здесь не экономили. Это для, в первую очередь, для студентов, и они рады. Новый спорткомплекс установили рядом с корпусом факультета среднего профессионального образования. 400 квадратных метров в длину – такова общая площадь спортплощадки. На земле 20 сантиметров бетонного покрытия, а сверху толстый слой каучука. Все для безопасного занятия спортом. Здесь турники, брусья, тренажеры, волейбольное поле. Есть место для игры в настольный теннис. Так что у студентов теперь есть возможность заняться спортом в любое время. Это огромный плюс, что ее здесь построили. Для себя, для физической... как бы поддержки тела, это очень хорошо. То есть это приятный сюрприз для учеников академии, студентов. Честно, я даже не знала, что она будет, поэтому это сюрпризом получилось. При создании проекта учитывали различные нюансы, вплоть до расчета габаритов пожарной машины при подъезде к зданию. И на этом останавливаться руководство не намерено. Впереди еще множество планов. Все-таки академия туризма, а туризм и спорт очень близки, поэтому все ребята спортивные, все любят заниматься физкультурой, спортом, ходить в походы. Вот в будущем вот мы планируем здесь скалодром небольшой открыть. После торжественной части начались первые соревнования по настольному теннису и волейболу. Затем праздничная церемония продолжилась в главном учебном корпусе. Наградили почетными грамотами лучших студентов и преподавателей академии. А после свои таланты показали первокурсники. Они по уже сложившейся традиции участвовали в конкурсе «Смотр песен». Со сцены звучали бардовские композиции, тесно связанные с путешествиями, а также всеми любимые и популярные песни. Оценивали выступления по разным критериям – внешний вид, оригинальность и качество исполнения. Торжество в ВУЗе в честь Всероссийского дня туризма и открытие новой спортплощадки продолжались весь учебный день. Андрей Панченко, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.